Искусная игра цвета, легкость и тепло. Картины российского художника Константина Полякова поражают при первом же взгляде. Индия в творчестве автора занимает важное место. Уже 11 лет акварелист путешествует по самым таинственным уголкам этой страны в поисках вдохновения. Прежде всего природа, второе – люди. Вот, потому что там совершенно другие люди и не похожи на тех людей, которые мы видим в России. Вот, у них свои какие-то представления о красоте, о достоинстве. Константин включил свои лучшие работы в экспозицию выставки «Встреча с Индией». Ее торжественное открытие состоялось в Одинцовской библиотеке номер 1. Индийская музыка и даже танцы помогли гостям проникнуться атмосферой. Да, я знакома с культурой Индии, но вот мы танцуем индийский танец. Мне понравилась выставка. Все очень ярко, очень красиво. Константин Ганди – основатель уникального варианта монотипии. В этой технике выполнены 3 картины, представленные на выставке. Обычно монотипия делается на невпитывающем краску материале. А здесь я делаю на обычной акварельной впитывающей бумаге акварель. Потом она высыхает, а потом я ее размачиваю в афортной ванне и с помощью афортного станка отпечатываю на другой лист бумаги. В результате этого появляется совершенно новое качество изображения акварельного и невероятная легкость и свежесть. Художник с удовольствием отвечал на вопросы гостей. Рассказал о походах в ашрам, о местных жителях, индийских мифах и легендах, о впечатливших его местах. Выставку в библиотеке номер 1 можно посетить до 10 апреля. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».